Одинцовские единороссы провели мероприятие в рамках реализации проекта «Безопасные дороги». Они вручили первоклассникам 40 световозвращающих браслетов и проверили, как ребята знают правила дорожного движения. Как отметил депутат окружного совета Владимир Виницкий, дети отлично знают ПДД и понимают, насколько важно использовать на одежде световозвращающие элементы и максимально бдительно вести себя рядом с проезжей частью. Как отмечают дорожные полицейские, отражающие свет предметы делают пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости заметными для водителей на значительных расстояниях.